Тем временем туристический сезон на Соловках сорван. 90% путешественников, кто купил путевки по маршруту Архангельск-Соловецкие острова, отказались от них. Как считают в туристических компаниях, причина в закрытии на ремонт взлетно-посадочной полосы. Бронировать билеты на это лето начинали уже за год, а для иностранцев за два. Но туркомпании о возможном срыве сезона получили информацию только сейчас. Весь февраль, март, апрель, май. Нам говорили, что туристы, что вопрос решается, туристы попадут на Соловки. В результате в середине мая мы уже понимаем, что ситуация становится критической. Информации как бы нет достоверной. И только лишь в конце мая нас авиакомпания информирует о том, что договор по перевозке туристов разрывается. Сейчас из Архангельска на архипелаг можно попасть только на вертолете, но он летает лишь два раза в неделю. 13 человек за рейс, причем половина мест закреплены за местными жителями. За сезон будет совершено всего 22 рейса. К примеру, одна из туркомпаний, которая забронировала авиабилеты на Соловки для иностранцев, чтобы не потерять репутацию, вынуждена была перестроить маршрут. Туристы полетят сначала в Апатиты, а затем доберутся до островов из Карелии на катерах. Ущерб составил порядка миллиона рублей. Напомним, что реконструкция взлетно-посадочной полосы и аэропорта на Соловках планируется с июня по ноябрь этого года.